Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость в студии. Гости этого, ну, те, кто нас регулярно смотрит, мы видели пару дней назад, когда он с супругой приходил забирать грин-карты 2 и номер социального страхования 1. И меня спрашивают, а почему номер социального страхования 1, а грин-карт 2? Всем привет. Да, я тоже видел эти вопросы, сейчас объясню. Представьтесь только. Виктор, меня зовут Виктор, и моя жена Елена, но она уже спит, так что я не особо так громко буду. По поводу, почему номер соцстраха был один, потому что один свой я уже получил, а получилось это следующим образом. Я забыл, что когда форму ДС-260 заполняешь, там можно указать, что ты хочешь получить ССН свой, сразу же как приедешь на тот же адрес, на который получишь грин-карту. И я пошел в офис ССА, где выдаются ССН, все эти вопросы разбираются. И там так получилось, что агент, который этим занимался, походу сменил адрес мне на тот, который был на тот момент в Лос-Анджелесе, и мне Social Security пришел через полторы недели на тот адрес, который на тот момент я снимал в Лос-Анджелесе. Он его спросил, я ему сказал, и походу он его поменял. А Ленин пришел уже к вам, и я так полагаю, это связано с тем, что там он не поменял, а мой адрес он поменял, и он пришел мне туда. То есть окей. Я его получил. Все рукотворно. Хорошо. Давайте мы тогда с самого начала начнем. Значит, вы из Кишинева, да? Да. Значит, вы из Кишинева, вы... Какой вы программист? Вот спрашивает программист, а какой, спрашивает? Я занимаюсь разработка, ну, сайтов непосредственно, конечно же. Чего разработка? Еще раз. Сайтов. Сайтов. Веб-сайты делаете? Веб-приложения, да. Или веб-сайты? Веб-сайты целиком. Я шел здесь на позицию full stack developer. Это когда ты делаешь и фронтендовскую часть, и бэкендовскую часть, да, то есть и то, что человек видит, и ту логику, которую человек не видит. И то, и то. Вот. Немножко могу рассказать про себя, с каким опытом работы шел на американский рынок. Занимаюсь я этим уже 9 лет. Последние 3 года я работал на фирме, а до этого все время фрилансил на российский рынок. То есть это очень удобно. Ну, рынок большой, гораздо больше, чем молдавский, естественно, и очень удобно на фриланс-биржах работать. Занимался этим 6 лет, потом уперся в потолок. Очень тяжело развиваться, когда ты не работаешь в команде, потому что команда, она привносит новые элементы. Кто-то что-то посмотрел, кто-то что-то увидел новое, он тебе это рассказал, внедрил. А когда ты сам, ты просто, к примеру, делаешь какие-нибудь интернет-магазины, ты свой один и тот же код всем продаешь, ну, копипаст делаешь этого кода, чуть-чуть изменяешь его, продаешь, и развития как такового нету, ты упираешься в потолок, очень тяжело двигаться дальше, когда люди не приносят нового. И в какой-то момент решил устроиться в фирму, там изначально я устроился на такую среднюю позицию, это что-то вроде middle developer, и за 3 года вырос в лид. Я управлял командой, у меня была своя команда, свой проект, свой стартап, которым я занимался. Участвовал во всех моментах, и в дизайне, и даже в текстах, в контенте. Ну, это российский рынок, здесь, когда работаешь, ты делаешь все. Если ты разбираешься, то можешь что-то подсказать, то ты этим занимаешься. Если нет, то нет. И так получилось, что в январе прошлого года моя жена выиграла грин-карту, и мы даже не знали об этом, потому что она подавала 3 года назад. Я забыла об этом. Почему в январе, так я не понял? Мы выиграли в 2-м туре. И та фирма, через которую мы подавали, потому что подавали мы через фирму, то есть Лена подавала через фирму, не сама, она подавала в нее 3 года назад. И они нам позвонили где-то в октябре или... Я уже не помню, в конце ноября, что-то такое, вот под Новый год где-то это было, плюс-минус, я уже, честно говоря, не помню. И я сначала подумал, что это какая-то разводка, ну, как
обычно по интернету там присылают какое-то письмо, грин-карта, такой думаешь, что за бред, мы не подавали никуда, какая грин-карта, разводка какая-то. Пару звонков потом оказалось, что да, действительно она выиграла через вот эту фирму-посредника, выиграла грин-карту. Ну, естественно, там дальше фирма начинает разводить на деньги, это было 1500 долларов с человека. То есть, если мы едем как семья, то это 3000 надо заплатить фирме. И они как бы тебя держат в заложниках, они тебе не дают номер. Это не confirmation number или confirmation number. Там их два, case number и confirmation. Они тебе не дают номер, чтобы пройти дальше до формы DS-260. Ты не можешь ее заполнить без этого номера, пока ты не заплатишь деньги. А можно легко обойти? Ну, это не то, что так они могут тебя держать в заложниках. Ну, их можно обойти несколькими способами. Первое – это написать в посольство. Посольство вам может дать этот номер, вы придете, заберете у них. Да. Бывает такое, я не знаю, кто-то говорил, что дает. Второе – это можно просто подобрать этот номер. Он числовой, от 0 до 50 тысяч идет. Его можно просто подобрать, когда… я же программист, я просто написал бота, который его подобрал, и я узнал свой номер. Вот и все. Несложно, да. Хорошо. Ну, итак, вы узнали, что вы едете, какой-то дорозыгрыш был, да? Вы попали в дорозыгрыш? Да, да. Надо проверять обязательно второй раз, даже если вы не выиграли в первом туре, проверяйте, потому что вы могли выиграть во втором. Мог быть второй тур, но вы могли выиграть во втором. Ну вот в этом году вроде бы уже получается, что не должно быть этого дорозыгрыша, хотя мы не знаем, ну не суть, в смысле DV2018. Все, mm-hmm. все ждут, не будет ли там дорозыгрыша, вроде пока не видать. И английский у вас как вот с супругой? Ну, у меня, как говорит, сам себя нахваливать не буду. Я скажу то, что написал рекорд в моем резюме, когда отправлял дальше. Он написал excellent speaking English. То есть okay. проблем никаких нету. То есть ты, как у программистов обычно проблем нету, потому что все, что ты учишь, уроки, книги, все на английском языке, если ты это учишь, ну, первоисточники, они лучше по качеству, чем русские. Поэтому если ты учишь, то у тебя, естественно, и язык сам по себе подтягивается по ходу дела. Ну, плюс фильмы на английском Хорошо. Языке. Жены чего? У жены школьный уровень, она понимает, она может изъясниться, но надо заниматься, надо идти дальше, учить его, конечно же. Ну, хорошо. Значит, вы как бы так, естественно, у вас так все легко получилось, да? То есть вы приехали как давно? Ну, давайте так расскажу. Нелегко получилось, потому что я очень большую подготовительную работу провел перед тем, как приехал. Примерно начиная с августа я сделал следующее. Первым делом я сделал свое резюме. И вторым делом я занялся своим LinkedIn профайлом. LinkedIn профайл, сразу же скажу, он должен быть полной копией вашего резюме. Это очень важно, чтобы идентичный был. Второй момент, я расскажу позже, но скажу сейчас. Ваше резюме должно быть правдой. Врать не надо, потому что будут проверять. И, как я выяснил, проверяют очень дотошно. Поэтому надо будет подготовиться. Это тоже сейчас расскажу. Когда вы... очень многие пытаются найти работу заранее. И, находясь в своей стране, найти заранее удаленную работу, там, программист, IT, тестер, неважно, да. Я не скажу, что это нереально, потому что... Есть компании, вот у меня был один опыт с компанией в Сан-Диего, она находится, она, весь менеджерский состав находится в Сан-Диего, а разработчики в Украине. И я так удачно на них попал, и они мне предложили контракт уже на тот момент, чтобы я начал с ними работать 2 месяца, пока я не приеду в Штаты. А когда приеду в Штаты, чтобы я к ним приехал на фулл-тайм, работать у них уже на месте. Единственное, что я не мог его принять, потому что у меня работа была, и мне надо было доработать свой момент до отъезда. Я должен был передать все дела, и я не мог этот контракт принять, и я отказался от него. Вот. Поэтому работу заранее удаленно, в принципе, реально найти, если у компании есть такой опыт, они уже знают, как это делать, и им нужен такой сотрудник. Это не всем подходит. В плане программистов, наверное, это подходит, потому что тут не важно, на самом деле, ты можешь удаленно какую-то часть сделать, какой-то отдельный заказ, отдельную работу. Все-таки в чем состояла подготовительная работа? Ну, кроме резюме, LinkedIn-профайла,
и то, что вы пытались искать работу. Вот с какой-то, какую подушку вы с собой взяли, чтобы подстелить или соломку? Что у вас было? Во-первых, я скопил денег. Денег было у меня с собой что-то в районе 11 тысяч. Не считая того, что я заранее уже проплатил квартиру, все это было проплачено наперед по Airbnb на месяц вперед. Mm-hmm. То есть я заранее проплатил, чтобы приехать уже на готовый адрес. Это первый момент. Второй момент. Я заранее посмотрел по своей специальности количество мест рабочих, сколько есть. Выбрал позицию, на какую я хочу пойти. И посмотрел стек технологий, которые они используют. Там, допустим, популярнее всего, там, какие фреймворки, что надо подучить, чтобы зайти в нишу на максимальное количество вакантных мест и занять свое, то есть подготовиться к этому делу. Исходя из этого, я уже свое резюме подправил под вакансии. Да? То есть я сделал ставку на React, если кому-то будет интересно, есть такой фреймворк для фронтенда, он очень популярный здесь. И на Laravel для бэкэнда он тоже очень популярен. Ну, такие технические моменты, мало ли кест. Вот, подготовил и уже бил конкретно, точечно бил в эту позицию, в одну и ту же. Я искал вот позицию с этими технологиями и вот целенаправленно отправлял свои резюме. После приезда уже? Да, я отправил пару раз до приезда, понял, что это бесполезно, потому что они неохотно отвечают, они тебя не знают, тебя нет на месте и так далее. А те ребята из Сан-Диего, которые хотели вас взять через Украину или там как-то, а потом с приездом сюда, с ними уже не удалось больше? Нет, они нашли вроде как человека, я посмотрел, позиция была закрыта, я уже не стал. Да и Сан-Диего, мы решили поехать в Лос-Анджелес и там остаться, поэтому про Сан-Диего я забыл уже. Очень важный момент в резюме, когда я уже здесь приехал, я узнал, что обязательно пишите ваш статус в Америке, потому что вы приехали, в вашем резюме нет опыта работы в Соединенных Штатах и нету номера телефона американского. Они, скорее всего, когда видят ваше резюме, думают, что вы хотите спонсоршип, спонсорство, чтобы вас привезли и так далее, и могут вам поэтому не отвечать. Один из рекрутов мне сказал: так ты напиши, что у тебя за статус резюме, если ты его отправляешь, чтобы люди знали, как с тобой общаться. Если вы пытались упаковаться, вы могли вообще посмотреть мои видео, где я рассказываю, как работу искать. И вот эти ваши открытия маленькие, они там как бы довольно хорошо все рассказаны. И про LinkedIn, и про статусы иммиграционные, что есть разрешение на работу, и там даже формулировки я даю, как написать. Я смотрел, но не все, походу, смотрел, но большую часть я старался посмотреть. Вот особенно структурирование резюме, да, как оно должно быть ровненько, все по одной линии и так далее. Вот эти все моменты я просмотрел, все подготовился. В плане уже, когда я приехал, я сделал одну большую ошибку. Я отправил свои резюме на очень крупный сайт dice.com, где очень много резюме всяких разных. И в этот же день мне позвонило, наверное, человек 30. Я вообще не понял, кто, зачем. Они все подряд предлагают, не разбираясь, без разбора. Ну, это полный хаос. То есть я не советовал бы так делать, отправлять свое резюме вот на такие крупные, возможно, потому что какой-то бред начинается, ты даже не помнишь, кто тебе звонил и зачем, что они от тебя хотят, очень какой-то сумбур такой начинается. Я выбрал такую технику, я выбрал три крупных рекрутерских компании в Лос-Анджелесе, которые находятся здесь, сказал, что я с ними хочу работать, и чтобы они мне нашли компанию, куда они меня будут отправлять, и попутно отправлял через LinkedIn напрямую в компании. И по итогу я остался с двумя предложениями, уже два джоба получил. Одно через рекрута и одно самостоятельно через LinkedIn, который я нашел. У рекрутов есть один большой минус. Если они видят, что вы хоть одно интервью завалили, но не прошли телефонное техническое интервью, дальше они вас уже неохотно продвигают, думая, что вы не ликвид, не товар, не на продажу. Они же с вас зарабатывают денег, да? И позиционируя вас как не ликвид, они вас в последнюю очередь продают. Поэтому надо как бы самому более активно отправлять напрямую в компанию, не только на рекрутов надеяться. Окей, хорошо. Значит, так это мы из опыта поиска работы. Вот когда я сделал этот сюжетик, как вы, значит, там с семьей Васильевых
приехали на машине, значит, в Кремниевую долину, получили свои там грин-карты, и вас что-то там спрашивать начали? То есть вы сказали, что вот какие-то вопросы задают? А, да, задавали вопросы в плане того, как быстро нашел работу, хватит ли денег, что нужно сделать, как подойти к вопросу, где лучше жить, как я выбирал город, где хочу жить. Ну, вот такие вопросы. По поводу... Ну, так расскажите, о чем. Да, по поводу, как быстро нашел работу. Ровно через 3 недели по приезду я получил 2 джоб оффера. Джоб оффер — это когда тебе присылают на почту документ, в котором указана зарплата, которая вам предлагается, и так далее, да, то есть все детали, да. То есть ровно 3 недели я получил 2 джоб оффера, и уже имея 2 джоб оффера, вы можете торговаться насчет зарплаты. То есть вы, если один работодатель предложил больше, чем другой, вы можете другому сказать: мне вот есть такой-то работодатель, он мне предложил больше, вы что на это скажете? И они вам могут предложить тоже больше. То есть вы можете чуть поторговаться и лишние 5-10 тысяч себе выторговать на самом-то деле. Ну, и это работает. Поторговались-то или так? Да, поторговался. Поторговался. Не то, что вы советуете, а вы и так реально поторговались. Да, я поторговался, и я получил на 10 тысяч больше, чем ожидал. Ну, тоже неплохо, ничего не делаешь, а 10 тысяч дают лишним. За просто так. Ну, лишними не будет, да, как бы, пригодится в жизни. Вот, потом начался самый страшный процесс, это бэкграунд-чек. Я ожидал, что он будет простой и не будет никаких трудностей в плане того, что я думал, проверят криминальность, естественно, она нулевая, потому что только приехал, проверят кредит скор, который тоже нулевой, потому что только приехал, как новорожденный, без никаких там проблем. Но оказалось, что они начали звонить прошлым работодателям и даже попросили проверить мой фриланс-опыт. Вот, естественно, я подготовил, так как я в хороших связях с прошлым работодателем был, я подготовил recommendation letter, который он подписал, поставил штамп, потому что позвонить отсюда в Молдову и ожидать хорошую связь и хороший английский язык, ну, очень трудно, да, поэтому я подготовил эти документы заранее. В этом recommendation letter обязательно укажите, кто будет делать заранее, с какой, по какой вы работали в этой компании, лишним не будет, чтобы они убедились, что да, вы действительно работали в этой компании такое-то, по такое-то число и так далее, и так далее, и так далее. И фриланс-опыт, у меня был один работодатель в Москве, я дал его контакты, они ему позвонили, спросили, действительно работали, тот подтвердил, все, естественно, все хорошо, никаких проблем с этим нет. То есть то, что у вас в резюме, если вы врете, то вас могут уличить в лжи и, естественно, не нанять на работу. Они хотят вас нанять, это не для того, чтобы специально вас не нанять, вы поймите, да, то есть те, кто оплатится на работу, их, они уже потратили на вас уйму денег, чтобы пройти все интервью, все собеседования, и они хотят на вас нанять на работу, но они не могут потом вас просто так уволить и так далее, и они проверяют, что вы действительно честный человек, адекватный, и у вас нет долгов перед государством. Значит, я бы вот что сказал, дело не в том, что писать надо правду. Дело в том, что даже когда ты правду пишешь, ты должен себя спрашивать, вот это правда. Когда меня спросят, кто подтвердит, дайте телефон компании, дайте телефон начальника, дайте телефон отдела кадров и так далее. Вот когда это все будут вас спрашивать, что вы им ответите? Потому что есть масса народу, который, может, он правду и пишет, но ему даже в голову не приходит, что в какой-то момент ему скажут, давай вот это, а у него нету, а контора, может быть, уже и закрылась. И он даже не знает, что делать с этим. То есть все эти вопросы решаются, но на самом деле, ну, как бы, надо быть готовым. То есть нельзя ставить в резюме ничего, чего ты не можешь подтвердить, даже если это правда. Но бывает, что и правду сложно подтвердить. Бывает, что соврать проще, чем правду сказать. Понимаете, то есть вот дурацкие такие ситуации, они бывают. Да, это очень важно. То есть возьмите, подготовьтесь заранее, даже переведите ваши документы, переведите свидетельство о браке, оно вам пригодится для того, чтобы получить страховку на всю семью. Вот, допустим... Нет, ну подождите, ну не надо вот это, ну не надо. Почему? У меня попросили. Свидетельство о браке? Да. Медицинскую страховку?
Чтобы я показал документ, подтверждающий, что мы официально в браке с женой, они мне попросили перевод свидетельства о браке. Ну, они попросили какой-то документ, подтверждающий, что мы женаты, для того, чтобы... Перевод о страховке медицинской? Да. Окей. Первый раз такой слышу, честно говоря. Ну, попросили, я как бы не знаю, зачем попросили. Ну, компания крупная, там в этой компании, ну, не знаю, вроде 50 тысяч человек работает по всей стране, у них очень так как-то они... Я вообще не ожидал, что будут столько всего спрашивать, у меня много всяких подтверждений запросили. Я вот с кем не говорил, с друзей, которые здесь живут и работают, говорят, что вообще впервые такое слышу, что прям звонили в Молдову, в Москву и так далее. Обычно нанимают агентство. И это агентство запрашивает другое агентство. Вот я не знаю, как сейчас, но вот было время, когда где-то в Латвии, что ли, было агентство, которое собирало информацию по всем странам бывшего СССР. И, значит, ему из Америки бросают запрос, а они сам там прозванивают, прописывают, там по университетам собирают там и так далее. И, то есть, как правило, они не сами звонят, они кого-то нанимают, и тот уже звонит. Но если контора большая, и, может быть, дешевле, у них, если большой оборот, то, может быть, им дешевле. А что, телефония сейчас бесплатная, там айпишная, там звони кому хочешь. Ну, я скажу так, что я свой школьный диплом перевел, тоже я им скинул, то есть ранее я сделал себе recommendation letter, я им их скинул, номера все телефоны тоже я им скинул. Я не знаю, смотрели они это, нужно ли им это было бы действительно, но они мне сказали, предоставьте. Я ставил. Дальше уже как бы все хорошо. Как они с этим? Что они делали? Я можете не... себе представить, вот, что я каждый день имею дело с десятком таких вот, как вы, соискателей работы. Я такого, чтобы рассказать, я первый раз слышу. Первый раз за много-много-много лет. Ну, я еще 2,5 недели это все ждал. То есть я очень долго ждал. 2,5 недели это все длилось, я был как на иголках. Как бы сидишь и работа, как бы ты ждешь какого-то ответа и не знаешь, а у тебя как бы ты от одного другого джоб-оффера отказался, уже такой весь на нервах и даже не знаешь, что делать дальше. Вот. Но по итогу как бы все хорошо, то есть все нормально, все отлично, они все проверили, убедились во всем. Для работы нужен был только паспорт у вас, если вы выиграли грин-карт, у вас в паспорте будет штамп соответствующий, вам не нужна сама грин-карта, то есть если она у кого-то у друзей, не надо за ней ломиться, там ехать, она вам не пригодится. Как было с номером социального страхования, которого у вас еще не было, они все-таки вас нанимают, должны вам налоги туда перечислять, и вот с этим разговор какой-то. Ну, номер соцстраха я получил быстро. Я же сходил тогда. Я его получил. В округе не было, у вас уже был. Да, у меня был, поэтому без проблем. Вот. Дальше из подводных таких камней это поиск квартиры. Поиск квартиры очень тяжелый, без кредит скора его тяжело найти с адекватным security deposit. Это страховой депозит на тот случай, если вы что-то там сломаете, взорвете, не знаю, и так далее. Вот. Поэтому без него очень тяжело найти квартиру в нормальном комплексе, в нормальном районе. Да, где-то в Кореатауне, где-то у какой-нибудь там бабульки, в плане того, что где снимают 10 тысяч человек там, и так далее, найти не проблема. Но нормальные апартменты в нормальном комплексе довольно-таки тяжело найти за адекватные деньги и за адекватный вот этот вот депозит. Расскажите, что вы сняли в итоге? Что такое нормальное для вас? Я снимал, первым делом я снимал Airbnb. Я снял первую квартиру на месяц в Airbnb, это студию, и месяц себе спокойно жил. Как только я надеялся получить джоб-оффер и с ним пойти искать квартиру, это доказательство того, что у вас есть зарплата, у вас есть деньги, это очень хорошее доказательство. А в том случае, если бы я не нашел бы джоб-оффер, я бы снял бы еще на месяц Airbnb, это выгодно, потому что в Airbnb вас не просят ничего, вы просто снимаете. Цена чуть-чуть выше того, что вы заплатили бы за хорошую квартиру. Поэтому терпимо в моем случае. Да? Тем более, что меблированная же, да, Airbnb? Конечно, да. То есть она полностью меблированная, и тебе не надо тратить лишних денег на это. И как только я получил джоб-оффер, я начал искать квартиру, и мой большой страх был в плане того, что каждому, кому вот мы комплексы, мы искали комплекс, в котором есть спортзал, бассейн, хороший комплекс, поближе к работе, потому что я не покупал машину. Я, кстати, не советую никому покупать машину,
Ну, я к машине сейчас подойдем. И в одном комплексе нас попросили 100 тысяч долларов на банковском счету, в другом 5 тысяч долларов security deposit, в третьем 3 тысячи долларов security deposit. И в одном из комплексов нам сказали, что security deposit у них 500 долларов, в том случае, если мы пройдем успешно проверку моей и жены кредит скор, криминальности и так далее. Опять очередной бэкграунд-чек, короче. За каждый, очень важный момент, каждый раз, когда вы хотите снять какую-то квартиру, вы должны заплатить по 50 долларов за человека, чтобы они рассмотрели ваши документы, да, то есть что вы подаете заявку на снятие квартиры. После чего они выдадут вам свои условия на снятие этой квартиры, да, какой security deposit они хотят от вас, какие условия у вас будут. И я подумал, что, ну, порисковать, у нас выбора нет, джоб оффер на руках, надо искать квартиру, хороший район возле нас, недалеко, очень понравился билдинг. Рискнули, и выяснилось, что как бы отсутствие кредит-скора — это лучше, чем плохой кредит-скор. И мы получили минимальный секьюрити-депозит в 500 долларов, который был, потому что нулевая кредитная история как бы отлично. Плохая — это плохо, а нулевая — это супер. Я вас слушаю, вот. Знаете, и такое, без всякого... такое ощущение, что мы с вами в разных странах проживаем. 50 долларов с человека, там что-то такое. Я офигеваю от вашей истории. Могут взять 15 долларов за то, чтобы вашу кредитную историю простучать, это правда. Там кредитный репорт, ну 15 долларов, ну с двоих, ну 30. За что же 50-то? Я не знаю, 50. Это первое. Второе. Вы должны были пойти взять сами себе, заказать себе свой кредитный репорт. И в принципе это можно один раз, можно вообще бесплатно. Пошли, получили свой репорт, наделали копии, ходите им, раздаете им, дали не 15 долларов не нужно. Вот у нас сегодняшняя дата, вчерашняя дата, дали им репорт и все. За что же 50 долларов? Я не знаю, они все так говорили, каждый комплекс говорил 45-48 долларов, что-то в таком вот роде. Но в итоге мы вот тот комплекс, который нам понравился, мы пришли в него, я заплатил эти деньги, они взяли с нас 500 долларов security, вот этот депозит, и еще 500 долларов за кота, потому что мы с котом приехали. Хорошо, и все-таки, что вы платите и за что вы это платите? Эти 50 долларов – это проверка криминальности. Нет, вы не поняли вопрос. Сколько стоит ваша квартира и что там в ней? Наша квартира стоит 2200 долларов. Это с учетом заката 50 долларов. То есть 2150 плюс заката 50 долларов в месяц. 2150 без кота за что? Парковка. Во-первых, студия. Давайте с квартиры. Это студия. Эта студия, она имеет что-то в районе 800 скверфитов. То есть это большая студия. То есть это большая студия. Вот. А что студия? Что взяли бы ван бедрум, там спаленка, комнатка, нет? Ван бедрум значительно дороже. А сколько был бы ван бедрум? 2700-2750, а не квартиры за ван бедрум. Да. Ну хорошо. Довольно дорого все. Я бы сказал, что вы могли бы за половину этой суммы снять вполне адекватную квартирку. Уж во всяком случае студию, так точно. Ну, я не знаю, зависит. Во-первых, мне здесь 5 минут до работы пешком идти, да, то есть я исходил из того, что это... Я не знаю, центра нету у этого Лос-Анджелеса, да, то есть как бы, но мне очень близко до работы отсюда, и очень хороший комплекс, здесь все есть, здесь есть парковка, здесь есть и спортзал, и бассейн, и рядом все магазины. Просто люди вас слушают и говорят: ни хрена себе, поехал в место подешевле, так за такие бабки мог бы и в Кремниевой долине жить, вы что, тут вот прямо и пешком бы ходили, не очень приличные. Это цены Кремниевой долины, вот то, что вы сейчас рассказываете. Это не цены, так. Возможно. Ну хорошо, ладно. Значит, давайте все-таки вернемся к вопросам, которые вам задавали. В частности, значит, самое. Так как вы выбрали Лос-Анджелес-то? Ну, Лос-Анджелес, он в плане проживания, я сравнивал цены, сравнивал мнение, в плане проживания дешевле, чем сама Кремниевая долина. Ну и плюс все едут, ну там очень много людей едут в Кремниевую долину, и я подумал следующим образом, что
так как там и больше программистов, и там и дороже, в самом Сан-Франциско вообще квартиры там за облачные цены стоят, я подумал, что нет смысла, можно выбрать большой город и посмотреть, сколько вакансий в Лос-Анджелесе, их оказалось очень много, то есть в Лос-Анджелесе работы очень много, то есть без проблем вы можете найти. Причем вы смотрите, что одна фирма, если вы видите там, допустим, только там 10-30 фирм, я не знаю, сколько вы увидите по своей вакансии, одна фирма может нанимать по 5-6 сотрудников в одной должности, да, то есть они ни одного человека вполне возможно нанимают. Конечно. Вот, поэтому вы будете смотреть, еще это можете смело умножать на 2, на 3. Как, а вот все-таки, это вы говорите, почему не Кремниевая долина? А да. Почему не еще что-нибудь? Ну почему не Аризона? Почему не Даллас в Техасе? Почему не Колорадо, там Денвер какой-нибудь, или Филадельфия, или Чикаго, или Майами, или, я не знаю, Сиэтл, или там Портленд? Смотрите, у меня был еще вариант в Миннесоту, потому что там друг... Сейчас объясню, почему именно Лос-Анджелес. И я посмотрел вакансии, там очень мало работы было. А почему не все остальные города? Ну, знаете, как есть одна фраза в одном фильме. Подумай, что ты хочешь сделать, обсуди с друзьями, мужиками, а потом сделай, как тебе скажет жена. Жена была обеими руками за Лос-Анджелес. И, в принципе, так как здесь много работы для меня, я был не против Лос-Анджелеса. Она хотела ближе к Голливуду, видимо. То есть у нее, может, планы какие-то. Да, такое. Хорошо. Ну, вот там, она сейчас... Не смущалась, что жарко, может быть, нет? Сейчас здесь просто замечательно. Я хожу в джинсах и футболке на работу. Вообще супер погода. Я понимаю, что летом будет плата за эту супер погоду сейчас. Но на данный момент здесь просто замечательно. Очень, очень хорошая погода. Кстати, вот мы к вам ездили, у вас значительно прохладнее, чем у нас. Значительно. А как же? Прям... Ну так мы же и на север. Знаете, это есть... Как Петька с Василием Ивановичем в баню пошли, знаете, и Петька смотрит и говорит: Василий Иванович, а с тебя вот этот грязней течет? Он говорит: ну так я ж Петька и старше. То есть, конечно, мы же на север, так у нас должно быть холоднее. Думаю. Еще чего спрашивали? Давайте мы по вопросам зрителей. Что у вас еще? По поводу машины. То есть, смотрите, у меня до сих пор машины нет. И есть на это несколько причин. Причина первая. Когда приезжаешь в Соединенные Штаты, очень многие путают туристическую визу с визой резидента. Да? То есть, ну, вот этот грин-карт, ну, ты не прям гражданин, но ты эквивалент гражданина. И на тебя распространяется закон по поводу водительских прав. Я не уверен точно. Я скажу то, что я нашел информацию насчет 10 дней в Калифорнии, то, что ты имеешь право ездить по своим правам, если ты резидент, только 10 дней. Возможно, это больше, возможно, это месяц. Я не уверен. Но, в общем, я не стал рисковать вообще никак и принял решение кататься на Uber. И на Uber цены не такие уж и заоблачные, потому что если вы подумаете внимательно, а куда вам ездить, вам не так уж и далеко ездить и надо. Да? То есть вы когда найдете работу там в офисе, ну, то, ну какой-то офис вам надо будет съездить туда в офис первый раз там, на интервью, да, то вы можете прокатиться и на Uber. То есть если у вас вокруг есть все магазины, вам не надо кататься каждый день туда-сюда. А когда вы уже найдете работу, вы просто переедете поближе к работе и все. То есть я исходил из этого. Я не понял связки между 10 там, днями или там, 15 или 30 днями, когда вы должны приобрести калифорнийские права, и чем бы то ни сейчас было объясню. Еще. То есть сейчас... при чем тут одно к другому-то? Ну, смотрите, по своим водителям... Пошли бы, получили американские права, если вас эта часть волнует. Вообще, вы можете по своим правам, там, молдавским, можете ездить довольно долго, вас никто не тронет. Во-первых, эта дата наступает, когда вы поселились постоянно. Если вы живете там на этом Airbnb там, и так далее, вы не должны. Вы можете ездить по своим там, молдавским правам. Вы можете, даже если вас остановят вдруг, вы можете сказать, что я вот сейчас пока тут, но мы там через месяц переезжаем в Аризону. Там. Все что угодно. Я не знаю ни одного человека, который бы вот на этом деле как-то пострадал. Но вопрос в чем? То есть можно найти способ, причину, почему вам это не самое. Но это не причина. Вот это не причина. Наверное, что-то еще есть.
То есть, может быть, когда вы начали про Uber, что это не так дорого, может быть, это причина, но права вообще ни при чем. То есть, срок перехода на местные права... Это было одно из того, что вот как бы мне не понравилось, я это вычитал, и я подумал, что мне машина и не нужна сейчас, и не нужна была в течение всего этого периода. Это аргумент. Просто я не хочу, чтобы кто-то получил неправильное представление о том, как вещи работают, что вы так как бы говорите, но я не хочу, чтобы мы... Я скажу сразу, что это не точно, но это то, что я вычитал. То есть ту информацию, которую я нашел, вот, она была такая. Это не 100%, это то, что я нашел. Может, закон другой. Это может быть и 100%, но вопрос в том, что оно просто не относится вот к вам. То есть вы можете ездить сколько угодно, да, надо. Вот если вы, допустим, переехали на работу, сняли квартиру, там туда-сюда, вы должны в течение какого-то срока, технически, вы должны были бы это сделать. Но в практическом плане это абсолютно никогда никого не напрягало никак. Поэтому не надо вычитывать правила, надо просто, скажем, на форумах это обсуждается очень много, и это как бы очень избитая тема, вот эта вот тема очень-очень разработанная. Ну и еще один момент, я ходил до того, как мы приехали за грин-картами, я ходил в DMV, сдать на права хотел, да, пришел туда и столкнулся с такой проблемой, что они не смогли отсканировать мой паспорт молдавский, вот просто-напросто. И они мне сказали, приходите с грин-картой. Что такое отсканировать? Просто вот обычным сканером? Нет, они там есть это такая штука, как на таможне, где они проводят паспорт вот этой линии с цифрами, да, то есть они его проводят вот так, что они не смогли баркод считать. Да. Они сказали, мы не можем. Она мне сказала, что она пробовала раз 10, у нее не получается, и попросила меня грин-карту. Я сказал, что у меня нет. Он сказал, вернитесь с грин-картой. Я говорю, ну хорошо, но мне не горело, поэтому я не парился особо всем. То есть я к тому, что без машины обойтись можно. То есть тут Uber не такой дорогой, дистанции не такие уж и большие, что там прям миллионы надо накатывать. Сколько средняя поездка на Uber? Там, не знаю, куда вы ездите, но средняя поездка что? $15, 50, 100? Нет, $7-8 у меня средняя поездка. И куда же вы за эти деньги можете уехать? Ну, я не знаю. Допустим, если вам нужно... Ну, не знаю, куда вам нужно. В кинотеатр, я не знаю, там и до парка какого-нибудь, в местный торговый центр. Это все не таких уж и заоблачных денег стоит, да? А если вы хотите, например, ну вот как американцы ходят, там взяли, там поехали в магазин и закупились там на неделю. Вышли с телегой, вы так делаете на Uber? Да, мы так и делаем. Мы ездим в в Whole Foods иногда ездим за продуктами. 6.50 дорога туда, 6.50 дорога обратно. Да, а чего Whole Foods расскажет? Не Safeway там, да? Почему Whole Foods? Когда ты попробуешь хорошие продукты тут, хорошие, в хорошем магазине, то почувствуешь большую разницу между продуктами из своей страны и почувствуешь большую разницу продуктов в плохом магазине. Картошка, вот даже вот картошка, у нее, конечно, прям такой какой-то магический вкус, она прям такая вкусная, что прям жуть, даже не знаешь, почему. Вы пытались покупать продукты в Safeway, раз. Второе, вы пытались покупать продукты в маленьких, там, китайских, я не знаю, мексиканских, вот этих овощных лавках. Да, пытались покупать. Ну, не все. То есть мы уже в разные продукты в разных магазинах покупаешь. То есть зависит от того, что ты хочешь купить. Кое-что покупаем в Whole Foods, кое-что покупаем в Ральфе через дорогу, да, то есть Ральф магазин. Зависит от... Whole Foods вы картошку берете органическую или что? В Whole Foods мы берем мясо и овощи. А есть там у вас в Лос-Анджелесе какие-нибудь фармерс маркеты? Какая-нибудь попадалась вам? Да, есть. Но далековато от нас, поэтому не особо есть. У нас вот тут, например, если вы хотите свежие там овощи, то вы пойдете на фармерс маркет, потому что Whole Foods по свежести сильно уступает. И цены те же,
а по качеству вы гораздо лучше возьмете на Farmers Market и, как сказать, и органическое, там, какое хотите, и прямо оно, ну, вот прям так, хорошо. Ну что ж, то есть вы питаетесь хорошо, снабжение хорошее. Да, стараемся хорошо питаться. Да, теперь, мы вот борщ недавно делали. Ну, это, ну, хорошо. Родители ваши что говорят? Ой, ну это тяжелая история. Ну, поначалу очень сильно переживали в плане того, куда едем, как будто умирать уезжаешь. Все, в последний путь отправляли. Вот. Господи, потом... так. Вот дают. Да. А в Молдавии у вас были румынские паспорта? Нет, мы не делали. Мы хотели сделать, но мы не делали. Вот мы хотели как раз вот в этом году пойти делать, но когда узнали, что грин-карты выиграли, то как бы и смысла нет в румынских паспортах. По молдавским паспортам тоже можно ездить по всей Европе на полгода. Не работать, но кататься без проблем можно. Хорошо, вот, вот. И когда мы уже приехали сюда, когда я уже получил работу, как бы все вздохнули с легкостью. Вот. Все больше всего переживали за работу, потому что, ну, работа это основное. Все вздохнули после того, как получил работу. Все стало уже на свои места. Ну да, вы же не просто работу, вы снимаете шикарный апартмент, вы покупаете еду в дорогом магазине, то есть вы уже просто шиковать уже начали, там еще приехать не успели, уже шикуете. Апартмены, и да, это, я не знаю, кто что ставит во главу, кто приезжает, покупает Мерседесы, там, я не знаю, вот я тоже знаю, ребята приезжают, покупают машины, джипы, Мерседесы, всякую какую-то ерунду, кто на что тратит, кто кому что нравится в жизни, да, кто к чему, с чем относится, я считаю, что, ну, как бы еда – это очень важно, чем ты питаешься, да, то есть это важно, где ты живешь – это важно, а вот все остальное – это уже не так сильно важно. Хорошо. На самом деле, если ваши потребности в езде на Uber, например, там выходят вам, я не знаю, там в 3, в 4, даже в 5 сотен в месяц, то, может быть, это и лучше, чем иметь машину, потому что машины – это вы должны и страховку покупать, и бензином заряжаться, и саму машину купить надо тоже. А потом иногда бывает, и починиться надо, и того и сего. То есть, если вы так чуть-чуть ездите, так оно и как бы и не нужно. Другое дело, что на машине можно... Нет, машину... Далеко можно поехать. Вот вы можете поехать там, в Сан-Франциско, а можете поехать в Сан-Диего, там, возближенно. Ну, куда-то так далеко можете поехать. Хотя там автобусы ходят тоже. Мы машину брать будем. Я хочу подождать, пока мой кредит скор нормализуется. То есть для этого нужно время, да, чтобы он был хороший, чтобы взять как можно ниже процент на машину. То есть так как я хочу взять, ну, посвежее машину в кредит, и чтобы как можно был ниже процент от банка, от компании, у которой будешь брать машину, чтобы процент был ниже, хочу, чтобы кредит скор подрос. Если... это то, из-за чего вы хотите отсрочить покупку машины, это большая ошибка. Почему? Потому что в вашей ситуации самый лучший способ и практически единственный способ строить кредитную историю – это иметь машину, платить за нее аккуратненько. И неважно, там большие деньги она стоит или маленькие, но если вы хотите строить кредитную историю, то это не история того, что у вас нет машины, и вы никому ничего не платите, а это именно история аккуратных платежей. Это первое. Второе, вам совершенно без разницы, будет процент выше или ниже. Это вы берете на 5 лет, допустим, да? А можете на 2 года взять. Вот, вы берете на буквально пару-тройку лет. Никакой интерес будет это под 5% или, например, под 8%, вы не прочувствуете никак. Это если бы вы дом брали на 30 лет. И на 30 лет 5% и 8% это очень большая разница. А на... в коротком промежутке времени 5,8, никакой разницы нет даже близко. Поэтому вам не нужно строить ничего. Ваша кредитная история сегодня – это зарплата, которую вы получаете. Вы уже имеете очень приличную кредитную историю для того, чтобы пойти и купить машину с очень приличным интересом. Поэтому не нужно ждать. Вы не построите никакой кредитной истории, не имея платежей. Ничего у вас лучше не станет за это время. Вы можете дать, например, побольше, там, если хотите меньше платить, вы можете, например, там, дать лишнюю 1000 в down payment. Это будет намного лучше с точки зрения платежей, чем, например, там,
То есть это не должно вас останавливать и откладывать вашу покупку, ну никак. Ну никак. Я вам больше скажу. Кредитная история вам нужна, в принципе, для одной единственной вещи в жизни. Это когда вы соберетесь дом покупать. Вот тогда это может, ну, существенное влияние оказать, чтобы была хорошая кредитная история. И вот ее надо строить. И чем раньше вы начнете, то есть чем раньше вы купите машину, например, тем лучше. Потому что если вы купите в рассрочку холодильник, например, да, это не кредитная история, а какой-то там несерьезный разговор. А машина – это уже первая серьезная заявка на кредитную историю. Я это так понимаю. Ну, то есть кредитная история – это история, платежей. Я вот как владелец, например, там, недвижимости, которую мы сдаем, да, приходят люди, мы смотрим на их кредитную историю. Мы смотрим, аккуратно ли они платят. Да, вот, а это может быть большая сумма, это может быть маленькая сумма, но все-таки он платит аккуратно или там на него все время тут там проблемы, здесь проблемы, со всех сторон проблемы. Не надо никому проблем. Вот, собственно, вот на этом уровне работаем. Так, аккуратненько. Мы когда-то брали первую машину, ну, одну мы, по-моему, за наличку брали, да, а вторую мы брали в кредит. Так мы специально машину, которая так стоила 5000, мы могли взять с наличкой, но мы специально там заплатили 1500, оставшиеся 3500 мы взяли в кредит, чтобы так строить там какую-то эту вот историю, чтобы у нас появилась. Вот, то есть мы сознательно платили больше денег, у нас была наличка, но мы платили больше денег, чтобы вот она строилась, эта история, и в итоге, когда мы уже купили дом, там через пару лет и так далее, вот это все очень сгодилось. Поэтому так, я бы так на это посмотрел. Ну что же, хорошо, значит, я вот чего, я хочу вернуться к тем вопросам, которые люди задают, вы их знаете, а я нет. Чего еще спрашивали? Спрашивали про подводные камни и неожиданные траты, то есть какие были и откуда они возникали. Это очень, очень интересный вопрос. Да, по поводу неожиданных. Первое, я не ожидал, что вот этот вот security депозит, который будет, его могут попросить не только за квартиру, но и за свет, к примеру, да. То есть за свет у нас взяли $300 тоже security депозит, чтобы подключить на свет. Постойте. Вас... Да. С вас взяла электрическая компания? Да. PG&E какой-нибудь с вас взял? Или кто у вас там? SCE как-то. Окей, там у вас своя. Значит, электрическая компания взяла с вас деньги за подключение. Она взяла с нас деньги, вот этот вот security депозит. Это не то, что они нам подключили свет, а то условие было, что они нам подключают свет, но мы должны внести security депозит. Ну подождите. То есть они это не сама процедура. Они вам дали какое-то оборудование, которое вы потом должны вернуть. Нет. Security чего? Что вы ничего не испортите? Не знаю, что мы будем платить за свет, походу, я не знаю. Так оно было. Даже могу вот квитанцию показать. Вот сейчас вот недавно. Вот, как раз вы каждый раз что-нибудь скажете, думаю, это же не в Америке, это же я никогда такого не слышал. Ну вот, они попросили ровно $300 за то, чтобы вот за свет. Security депозит. Потрясающе. Не, может, в Лос-Анджелесе там свои правила, знаете, как это же Южная Калифорния, не Северная, там все по-другому. Я не знаю. Ну, мне смысла врать нету. То есть да говорю, нет, как есть. Я же не говорю, что там что-то. Ну хорошо, это очень неожиданная трата, да. Я такого, вот у нас, поскольку все время люди приезжают новенькие, я как бы сталкиваюсь с их проблемами, такого я еще не слышал. Хорошо. Значит, неожиданные $300 за подключение электричества. Что-нибудь еще? А вот, может быть, за подключение интернета, ничего с вас там. Почем интернет? Что за интернет? Да, за интернет я плачу $60 в месяц. Это что-то в районе там... Ну, цифры я не знаю, тут тяжело интернет по цифрам определить, там 50 мегабит и так далее, его скорость, потому что он вроде бы как бы нормально быстро работает, но в какой-то момент просто может вырубиться или еще что-то. Такой, вот такая нестабильность периодически бывает. Но... Если это было первые дни, может, они что-то настраивали, потом стало все нормально. То есть за более-менее нормальный интернет в квартире платишь $60. На телефоне дороже. Вот, дорогой телефон с интернетом, вот это да. То есть как бы, чтобы пользоваться, вот это дороговато выходит. То есть ты хочешь... А вы просто привезли с собой аппарат и в него вставили чип какой-нибудь T-Mobile? Да.
таким TNT, образом. AT&T. AT&T. Да. Хорошо. Но все современные телефоны поддерживают местные каналы, поэтому без проблем можно привозить. Если у вас более-менее новый телефон, ему пару лет, то он, скорее всего, будет поддерживать. Это можно посмотреть в интернете. Посмотреть код в настройках вашего телефона, посмотреть, если он поддерживает местных операторов. И без проблем все будет работать. Какой-нибудь Verizon, наверное, не будет работать, Verizon, там так называется. Наверное, там они свои какие-то телефоны дают, когда они там программируют, не знаю. Но AT&T, вот я пошел, купил карточку, работает отлично в телефоне. В обычный Samsung. У нас почему-то обычно покупают T-Mobile. Я не знаю, какие у них. Наверное, дешевле. Я подозреваю, что будет дешевле, но вот мои наблюдения такие. Связь у AT&T просто паршивейшая. То есть он не то что хреново ловит, я даже не знаю, как сказать. Ну просто наипаршивейшая связь. Особенно когда ты в помещении находишься, вообще ничего не ловит. Интернет, если только самый дорогой пакет. Я взял себе подороже пакет, а жене попроще пакет с интернетом, да. У нее через 5 дней, уже начало месяца, через 5 дней она чуть пользуется, потом вообще не работает интернет, но у меня дотягивает до конца месяца. То есть не работает в любом месте или есть просто зоны, где плохой? Не-не-не, все, он умирает просто, он еле-еле-еле-еле грузит что-то там. Еле-еле. То есть очень плохая связь. То есть AT&T вообще не рекомендую. И я сам буду переходить. То есть я подожду немножко. Ну, когда будет время, мне свободно, пойду и возьму другую компанию. А что за альтернативы AT&T? Что там есть? Мне посоветовали вот этот вот Verizon взять. То есть говорят, что у них очень хорошая связь, очень хороший интернет везде. Но я еще свои исследования не делал. То есть то, что мне люди посоветовали.